Инвестициям «Газпрома» в строительство газопровода «Сила Сибири» и обустройство его ресурсной базы на Чиндинском месторождении на Чиндинском месторождении составит более 1 триллиона рублей. Об этом пишет «Интерфакс». При этом не уточняется, идет ли речь о полной стоимости проекта или только якутской части трубы. Вот запустить «Силу Сибири» собираются в конце 2018-го. О прокладке газопровода в Алекминском районе расскажет наш корреспондент Елена Фаст. В строгом соответствии с планами продолжается реализация проекта «Сила Сибири» на территории Алекминского района. На сегодня продолжается подготовка к основному процессу работ. На сегодняшний день, как мы видим, с вами ведется сварка в нитку, ведется разработка траншеи, ведется изоляция сварных стыков. С первых шагов на территории участка чувствуется, компания серьезная, и это начиная с дорог, которые подготовлены для перевоза любых грузов. И несмотря на все проблемы грунта, в этих местах достаточно ровные и надежные. Порядок и на производственных площадках. Каждый знает свой участок работы. На участке задействован генеральный подрядчик «Стройтрансгаз». По его словам, работает порядка 150 человек линейного строительства. Некоторые проблемы возникают в связи с участками болотистой местности, но они решаемы. И уже по наступлению стабильно низких температур темпы будут увеличены за счет организации двухсменной работы. Что касаемо полного комплекса работ, планируем приступить их к окончанию месяца после устойчивых низких температур. Сегодня проблемы моментами становятся болотистые непроходимые местности, которые мы сейчас готовим. Готовится лежневый настил, как бы, и будет дальнейшие работы в двойную смену. Ночь день. Запланирован день первой укладки. Планируем уже на субботу начать укладку. Первые 5 километров уже сварены, начало положено. Ну и значит, наши подрядчики планируют с середины месяца выйти уже как бы на полный комплекс. Будет организована работа в двухсменном режиме, ну и соответственно увеличится количество, и пойдем вперед дальше. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.